Всем трем и доброго времени суток. Это канал Boring Дмитрий или Скучный. Скучные. Да уж, куда же без пятигушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, ленивое, казуальное прохождение игры Elden Ring. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. И отдельное громадное спасибо Помидорка Вячеславу, Zeket Expert и NoName. Они знают за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Так, что-то мы тут в прошлый раз нашли, да? Что-то мечевидный ключ. А нету. Мне это так нравится, применить то, чего у тебя нет. Это смешно. Что, нету? Не хочешь? Ну ладно. Ладно, хорошо. Чё ты не прыгаешь-то? Чего не прыгаешь? Прыгай. Вот так. Ну, мечевидный ключ, чё расстраиваться-то? Подумаешь, нет у тебя мечевидного ключа. Что ж теперь, помирать из-за этого, что ли? Так. Ну, пошли, я так понимаю, что. Как говорится, я так понимаю, что это пока что все еще обучающий уровень. Как же мне не хватает моей катаны из этого. Из вот этого. А, тут вон как. Ладно, сейчас вернем. Ой, как игра называется? Из Remnant 2. Угу. Проверяем. Угу. Это он. Ну ладно. Чего там что-то делает? Бегает что-то. Самурай. Поехали. Еще раз. Та-дам! И вот явление его, ее, точнее, в данном случае, народу. Так как мы играем, если вдруг кто не знает, это вроде как девочка, правда, сисек нет вообще. Ой, кровь. Ага, в этом смысле. Ясно, я уж удивился, думаю, как кровь. Думаю, почему кровь? Ну, то есть, типа, что тут появляешься, есть сверху какая-нибудь бяк стоит наверху, которая тебе... Сходу, так сказать, письмо счастья отправляет. Ой. Ниху. Ху себе. Ага, так. Я вижу мужика на лошади. Вижу какого-то хмыря. А карта есть? Подожди. Мне всегда казалось, что тут есть карта, вроде бы. А, это сообщение. А, сударь, а вы кто? Вы деретесь? Откройте карту, чтобы понять, где вы находитесь. А как карта? А, G! Карта G? В меню вы можете посмотреть, где находитесь, чуть местность. Ага, открытое место благодати. Однако в подземельях. Ага. Ух ты. Как тут? А, крутить ее можно как-то? А, места благодати, метка, путеводный путь. Ага, ладно. А ты кто? Погасшая душа, не так ли? Да хз, наверное. Ты между землями из-за кольца Элден? Да нет, просто из-за контента. Конечно, из-за него, не вижу ничего постыдного. Вот только с душой у тебя ничего нет. Это да. Без благодати, силы руны, помощи соратников из крепости круглого стола. О, тут такое есть. Тебе суждено сгинуть без вестности. Ну, чё ты так сразу? К счастью, надежда есть и для таких нищих душ, как ты. Ага. Это я, Варра, так что слушай внимательно. Слушаю. Ты знаешь, что такое благодать? Ня. Тот золотой свет, что дарит жизнь погашу. Его иногда его лучи указывают в определенном направлении. Это видение благодати. Они не дают погашам сбиться с пути.
must travel. Ага. Да, благодать подскажет тебе, что делать. Grace's guidance holds the answers. Она укажет тебе верный путь, заблудшая, погасшая душа. Пусть даже путь заканчивается смертью. Уверен, благодать укажет тебе дорогу. К замку Грозовой Завесы, что высится на скале. Обитающий немощного полубога Годрика Старукова. Сколько Рукова? Думаю, тебе пора отправляться в путь. К замку Грозовой Завесы, что истин скале, благодать направит тебя. Она всегда поможет нищим душам в поисках колца Элден. Это все? Чувак, может, чуть-чуть полезное скажешь? Ага. Ладно, ладно, все. Ладно, хорошо. Встань. Так, послание. Пятно крови. Ага, чувак побежал. Нет, чё, чувак? Ой, чё там? А зачем его атаковать? Прости, чел, я честно, я... Благодать, вела. Ладно, хорошо. Так, прости, чувак, вот тут без шуток, не хотел тебя атаковать. Угу. Что-то мне подсказывает, что эта коняшка надерет мне попу. Причем сделает это в самом... О! Материалы в любом уголке Междуземья, можно найти фрукты, цветы, грибы, бабочек. Ой. Бабочек. Ладно, эскейп. Рябина. Ага! То есть и красные... Ой, ой. Ой, рябинка. Все, пойдем рябинку собирать. Ну его нафиг. Там здоровый мужик на лошади. Еще с ума сошел, что ли? Ага. Попеть. Ну ты серьезно, ты здесь застреешь? Что-то мне подсказывает, что идти не намного лучше мужика на лошади. Как же страшно, как же страшно. Не хочу я никуда идти. Дайте лучше птичек будем выцеплять, или кто это? Вон там кролик какой-то. Королишканчик. Остановись. Ну, попал. Знаете, вот тут мы на кроликов там поохотимся, да? Вот это вот все. На птичек там, вот это вот. Да, вот, вот этими вещами займемся. Простыми, понятными. А то там мужик на лошади, тут какие-то три летающие хумы у этих. Тоже не очень приятных каких-то. Там что-то вниз куда-то. Там пляж, он большой. Ой, на нем наверняка тоже мерзоп. Ой, нет? А, это не живое. Я думал, тоже какой-то кролик сидит. Так. О, еще один королишканчик. Стой, королишканчик. Но пока что все, что я делаю, тут трачу стрелы. Так, а вот это вот... Что это? Да, блин, ты с ума сошел? А, это... Что это? Это какой-то черепок, камень, глиняный череп, ну, черепок, ну, не череп, а как это правильно, глиняный череп, как назвать-то? Короче, какая-то фигня валяется, да? Не понимаю, вот это вот, что это? Что это за хрень? Камень, кусок говна? Что это? О, а это что? О, череп какой-то светящийся. Ох ты ж, батюшки, вот тебе раз. Светящийся череп, это золотая руна.
Прикольно. Рябинка. Так, ну здесь... Сорян, секундочку. Так, сорян, дела семейные. Как-то отвлекаете, отвлекаете. Так, ну давайте. Так, а я могу... Как это? Они прям совсем статичные. Красиво. Ну да. Наверное, красиво. Хотя у меня не самые высокие настройки графики, так что тут... Наверняка красивее. Так, ну в целом, как бы по... It's time you set off, I should think. To Castle Stormvale, on the if you seek the... Так, ну у нас есть два варианта. Или к этому здоровенному бугаю на лошади, либо к тем милым горгульям. Бугай один, но здоровый и на лошади. Горгульи поменьше, но сволочи летают. О, а это кто? Омуты призыва. В любом месте можно найти фигурки мучеников. Фигуры представляют собой омуты призыва. С их помощью без труда можно создать дружеские или вражеские знаки и призвать себе других героев. А, ну окей. А зачем мне призывать к себе других героев? Типа, прям совсем все плохо с этим здоровым на лошади. Вот там что-то чувак бегает, что-то показывает со своей дубинкой. Давайте все-таки сначала попробуем. А как... Что-либо... Не, ну карта на G это, конечно, отдельно. Отдельное. Снаряжение через Escape, это, конечно, тоже великолепно. Другому не скажешь. Так, вопрос. А... Ну ладно. Стрелы пока не кончились. Вот тут вот летают эти... Эти. Где они? Вон они. В количестве 3 штук. А я их могу? Очень смешно. Но вот этот... Ну или не очень. Попал. Ага. То есть оно сюда не может. А почему? Подождите, вы хотите сказать, что если спрыгнешь вниз, там назад уже где-то в сильный-сильный обход надо пи-пи-пи? Пи это самое. Странно. Нет, просто интересно сейчас. Смогу ее добить вообще из лука или нет? Или это прям совсем... чего-то там. Вон там кто-то гуляет, вижу. Птички сидят. Там вроде кто-то стоит. Чтобы эту дрянь грохнуть, нужно 4 стрелы, условно говоря. У меня осталось ровно 4. Тут еще 2 твари летает. Да, такое себе. Скажем так. Ну как, вот, ну что? Поеб, да... Опа. А дальность все-таки у них присутствует у стрел, да? Так, ну. Плохие новости. У меня кончилась дальность. Нет, ну вот же здесь вроде как можно по... А почему тогда она сюда не полетела? О. Ягодки.
Вообще ягодки. Ягодки, ягодки, ягодки. Интересно, а я могу, например, выстрелить и спрятаться? Но ребята на меня вообще как-то особо не реагируют. А, ну вот как бы, вот же проход, а чё? Или нет? Или это... Нет, ну это проход. Давайте этих двоих попробуем затолокать. Интересно, да, что как бы, ну вот, ну как бы я так понимаю, проход, вот он где, да? То есть, это же, да? Ну да, видимо, оно. Но почему-то тварь сюда не полетела. По одной ей известной причине. Ой, а что-то не сделали? Да, схватка, конечно, пипец интересная. Еще и меня больно бьют. Победа над группой врагов наполняет ваши фляги. Тип количества наполняемых фляг. Вон даже что. Ну тут без вот этого автонаведения, конечно, печально очень. Не, не автонаведение, а в принципе наведение. Очень грустно. Какой-то спуск куда-то. Я так понимаю, эти черепки нужно и можно бить, да? О, что-то желтенькое. Материал, цветок из листьев эрд. У ребят уже лошади откуда-то ездят. Я тоже хочу лошадь. Почему мне не лошадь? Ну что ты, ну... Кажется, туда прыгать не надо. Почему опять звук? Кузнечный камень. Не хочу я туда прыгать. Отстаньте, блин, я уже послушался в одном месте. Так, ну ладно, что. Великая схватка с летучими мышами закончилась невероятной победой в мою пользу. Сам себя не похвалишь. Пошли бить мужика на лошади. Он, конечно, сейчас мне объяснит, что он не летучая мышь и вообще не мышь. А наверняка здоровенный, мощный мужик на лошади с многометровой елденью. Но это уж как водится. А что, пятно крови? Кстати, да, почему пятно крови? А, ну теперь мы знаем, что туда реально прыгать не нужно. Убьёшься. А, вон там еще одна эта хрень летает, да? Интересно, да, над группой врагов. То есть группа врагов, это, видимо, какое-то определенное количество тварей, которое вот конкретно тут в данный момент сидит, да? Скорее всего. Нет, ну вот... Это прекрасно, конечно, это вот как-то... Ты пытаешься ударить по черепку, да бьешь, ты его пинаешь. Лошадь. Ну сядь, а это что? Ой. Лошадь ко мне как-то идет подозрительно. Ну, он что-то нехорошее со мной сделать хочет. Лошадка. Давайте на него нападем из засады. Ну, по крайней мере, попробуем. Ой. Кто это? Овец.
Ох, ёлку на мать. А чё, не перекатывается у меня? А где перекатывается? Алё, пробел! Ты чё, блин? Что-то это какой-то нечестный бой, по-моему. Да, дуэль нечестная. Страж Древ. Вас поимели. Я, конечно, дико извиняюсь, а как ему нанести удар в жопу? Без шуток, я ж подошел со спины. Так. Эй, отдай мои... Сколько их там у меня? Так, вопрос. А вот эта вот вся рябинка, вот это все... Оно как, остается при мне все вот эти вот... Запчасть? А, ага, так это все остается. А что я могу? Собрание прокрутить. Остановить, выбросить, применить. Дико неудобно. Непривычно, точнее. Кузнечный камень. Хм. Так. Лошадь, отдай мои души. Я знаю, что их там не так много, но все-таки вот сколько, как говорится, есть, все мое. Так что отдай. Да, я понимаю, что я на тебя напал. Так, вопрос. А вот сейчас... стрелы то есть не восстанавливаются около костра. Вот те раз. А я думал, что стрелы... Ну, чё ты? Садись, алё, ну! Слушайте, у меня какой-то лаг, блин. Ай! Да встань ты, что ты, блин! Караул! Убивают! Хулиган зрения лишают! Души! Ай! Нихера себе ты! Души! 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 Есть, успел! Мое, отстань! Уйди, противный! Кэш! Отстань, лошадь! Ух, ёпкал! Ты вредный какой, а ну зачем я тебе нужен, а? Ну я один раз только попробовал тебя атаковать, ну чё сразу беситься-то, а? Псих, дурацкий. Охренеть. Вообще не понимаю, как с этим драться. Но, по крайней мере, я душ передвинул в другое место. Так, у меня немножко глупый, возможно, вопрос. Блин, он опять сюда едет. А как он меня засек? Подождите. Я же за камушком. То есть у него, типа, нету этого... как это правильно обозвать-то? Бу-бу-бу-бу-бу. Я-то не понимаю, у меня, главное, есть какой-то прах, но, как бы, реакция такая, как будто его нет, он серый. А как им пользоваться? То есть, как бы, получается, что если ты не в кустах, видимо, то он тебя видит. Так, что ли? Ну, наверное. Так, давайте проверим. Вот, допустим, я делаю вот так вот. Сажу. Вот я в кустах, правильно? Я прям спрятался. Верно? Или не спрятался? Сейчас проверим. Просто любопытно. Просто любопытно. Вот он едет. Три атаки. Если в упор... Ну, слушайте, он меня сбивает с двух ударов, блин. Это пипец, неудобно. Атака из засады. Ну, тут я вообще не понимаю. Вроде как бы я его атакую, но я вообще не вижу этой атаки. По-моему, такое ощущение, что мне к нему то ли рано. Блин, вот опять я ухитрился эту
дурацкую душню поставить прямо посередине, да? Ладно, давайте заберем, пока что займемся, ну не знаю, охотой на овечек, что ли. Так, ну сидение в кустах как бы вроде спасает, да? То есть вот он как-то, как бы если ты прям не выпердываешься на него, то в целом норм. Сударь, я только души заберу. Я все, я больше не буду. Или буду. А, вон еще как он умеет. Ага. Сколько ж у тебя атак, родной? И боком ты лошадью умеешь атаковать. Еще как-то. Ну офигеть. Ну прям что-то это. Ты прям что-то какой-то этот. Прям какой-то этот. Этот прям какой-то. Ой, темно. Смеркалось. Ах, как скоро день прошел. Ладно, пошли отсюда. Что-то, ну я не знаю, это как-то выглядит как что-то, что я... Пока то ли не могу, то ли что-то неправильно делаю, то ли мне что-то не хватает. Прикольно. Овечка укатилась. Я прошу прощения, дико извиняюсь, но ты что, ты овечка или колобок? Тише. Я только... Все, нет, все, мужик, вот сейчас честно. Только душу забрать. Все. Я только спросить. Может, надо со стороны жопы держаться все время? Все. Все, я ухожу. Все, я пошел. Единственное, что меня прям вот смущает и удивляет, это то, что стрелы, оказывается, это не расходник. Вот те раз, как говорится. А как так? А почему? Я же атаковать хочу. Я не хочу ее пинать, я хочу атаковать. Что за приколы? Так. Что делать? Не знаю. Есть какие-то вот светящиеся непонятные штуки? А. А, это обломки. Обломок руин. Интересно. Так, давайте соберем. Раз какие-то обломки руин. Какие-то материалы. Что мы делаем? Похоже, надо в гайды лезть. Ай. Почему? Ну? Я хочу сломать череп. Почему ты бьешь не туда? Ой, костер. Прикольно. Пошли к костру. Наверняка у этого рыцаря, учитывая, что он в самом начале, наверняка есть какой-то вполне себе конкретный этот вариант его победы над ним. Причем наверняка он не слишком легкий. Ну, то есть надо просто надрочиться немножко, и все будет нормально. Ну, спасибо. Утраченная благодать. Позволяет мгновенно переместиться. А, ну это я знаю. Это я уже прочитал где-то. Так, сударь, а вы кто? Ой. Дед Мороз? Хам. Найдя стол кузнеца, вы можете усилить свое оружие с помощью руны кузнечных камней. Также между землями может встретить кузнеца, который... нифига себе. А, кузнечный камень. А, так. А ты кто? Можно в костер стоять? Можно. Дед Мороз. Ну, реально Дед Мороз. Ты из погашек, я это вижу. А еще я вижу, что ты не собираешься меня убивать. Да? Ну ладно. Почему бы тебе не прикупить бездельце другой? А, ты торговец. Я Каля, поставщик отличных товаров. А Каля? Я из кочевого народа. Путешествую торгую. Когда раскололось кольцо Элдон, то эту землю поразило безумие. Лишь такие погасшие души, как ты, не дают всему иссохнуть окончательно. Скажем так, я очень рад такому клиенту. Рекомендация.
Знаешь, если ты не против потратить пару лишних рун, то купи себе набор мастера. С набором мастера можно создавать простейшие предметы. Без него ты вряд ли здесь выживешь. Набор стоит недешево, и, признаюсь, я продаю его с выгодой для себя. Но главное — это твое выживание, ведь недорог каждый клиент. Ага. Набор мастера. Минимум магазина можно покупать, ага, за руны. Вы также можете продавать, получить руны взамен. А, они еще различаются. А тут есть какой-то расходник? Ага. Так, купить. Он сказал набор мастера. А, и что из этого? Ой, костюмчики. Кольчужный койф. А как сравнить с тем, что на мне? Режим отображения, сменить вид, покрутить, сортировать. Погодите, ты просто покупаешь эту хрень, не видя, даже не видя? Заметка руины поселения. Заметка с небольшой подсказкой. Так, так, вот это все, а, все, вот это все. Так, метательный телескоп, предметы вдали, зелье призывающего пальца. Дружеские и вражеские призмы, наверное, пока рано. Так, а это что? Ага. А где набор мастера-то? Где он? Треснувший. Ёбкость различных треснувших горшков. Набор мастера позволяет создавать предметы. 300. А это что? Справочник воина-кочевника. Добавляет новые рецепты. Добавляет новые рецепты. Новые рецепты. Стрела. Ага. Болт. Погоди, но болт это же для арбалетов. То есть мне это не нужно, да? Факел. Большой кожаный щит. Минуточку, а почему я не вижу сравнения-то между тем, что у меня, и тем, что тут? Простите, не улавливаю логики. Здесь нет сравнения? Серьезно? Да ну хорош, это же какая-то элементарная штука, ну то есть... Но нет, это мы купим, да. Это мы купим, раз уж он порекомендовал, почему бы и не купить. Наверное, факел тоже нужен. Давайте его купим. Что еще можно? Стрела. А сколько тут стрел-то? Я что-то не пойму. При себе 0. В сундуке 0. Стрела. Главное, непонятно. Стрела. В смысле, стрела. А, 20 рун за одну стрелу? А, даже нет. Что-то не понимаю. 200. Да ни хрена себе тут золотые стрелы, блин. Ничего себе. Это мне... Чтобы одну стрелу купить, надо убить пятерых этих летающих мелких. Ну, этих расходников, которые там все. То есть, грубо говоря, когда я валил каждой стрелой эту птичку, сидящую на камне, за которую я получал 5 рун, я терял 15. Ну, ты му... Да. А это сколько стоит? Даже... А, 40. А где я тут не вижу? А, вот что. Ёлки-палки. Ну, давайте фляга с чудесным снадобьем купим. Ну, а чё нет? Пока все. Я очень рад, что следуешь моему совету. Прекрасный выбор. С набором мастера можешь создавать из найденных материалов различные предметы. Чтобы закрыть предмет, выберите создание в главном меню. Ага. Для создания некоторых предметов требуется треснувший горшок или другой сосуд. Вы можете создать ровно столько таких предметов, сколько емкости у вас есть. При себе. После использования предмет емкость сохраняется. Что за послание? Что пишут? Да славится торговец. Ну, наверное. Да не надо ничего осуждать. Закрыть, блин, а... Так. Так, секундочку. Да подождите с своим созданием. Инвентарь. А где у меня вот эта вот подсказка-то? Которую я купил. Или это мне уже вылезло подсказки. Хазала. Так. Снаряжение. Слушайте, я реально не понимаю. А... То есть я действительно не могу сравнить щиты? Буквально? То есть то, что на мне, и то, что там. Это мне нужно сначала выйти вот сюда, посмотреть на это все, запомнить, потом перейти туда. Ауч. Эта игра меня немножко теряет, знаете. Так, по чуть-чуть. Так, создание. В меню создания вы можете создавать из найденных материалов различные предметы. Ищите справочники.
А костяной дротик. Рябина. Да подожди ты. А чё? Ну да рябина и чё? Сушёная рябина. Давайте сделаем. Обломки руин. А это что? Зелье призывающего пальца. Цветок. Используйте зелье исключенного пальца, чтобы видеть знаки призыва. Ну понятно, ага. Так, и вот эти вот костяшки. Да, сделаем что. Пусть будут. Хорошо, хорошо. Так. Так, сейчас. Ну хорошо, я сделал какие-то. Вот это вот, чё? Ну, применить. В смысле? Минуточку. Что за бред? Чё? Метните. Ну хорошо, окей, назад. Подожди ты, а где они, эти костяные дротики-то, я что-то не пойму. Лук. Не понимаю. Вперед, оступ, перекат, прыжок. Чары. Блок слева. Навык. Используем предмет Аре. Так. Вот я сделал дротики. Они где? Это да, использование предмета. Но это не предмет. Как использовать дротики? Алло! Чё за прикол-то, блин, не понимаю. А, shift удар, блин, я со спины к нему, со стороны жопы лошади к нему подходил, да? У нас же вот так было, ага. Ничего не понимаю. Как? Еще раз. Как мне вот это применить, главное, отсюда? Выбросить, оставить. А как мне их запихнуть-то куда-то? Эй! Метните его врага. Я хочу метнуть его врага, я не понимаю как. Или мне это, или это не мое? Сменить, говорит, вид. Зачем мне сменять вид? Сортировать. Справка. Ну, справка. Управление. Тессерти. Что? Не понимаю. Справка. Пояснение. Тип предмета. Класс. Жесть. Ладно. Забудь его, забудь в топку. Потом как-нибудь. Усилить оружие. Меню стола кузнеца. Можете усилить свое оружие с помощью урона кузнечных камней. Оружие можно усилить до плюс 3. Также мюзим может быть кузнеца. Ага, еще мощнее. А почему я не могу его усилить? А, этих не хватает. Этих.
Да подожди, не ты. Тут чисто физика. Ага. А тут чисто зашито, да? Угу. Угу, е. Ну, как говорится, допустим, ква. И что мне это дает? Правильно. Ничего мне это не дает. Лошадь. Ну, лошадь не отвечала. Ну, пошли попробуем с этими еще повоевать. Но будильник квакнул так, что, блин, даже не знаю, ну что, с этим рыцарем бодаться до бесконечности. Какой-то он бесконечно бодательный. Нет, теоретически, наверное. Что это такое? Меня уже глюны? Нет. Это был рыцарь. А, это... Фу ты. Это его этот, ятаган, блин. Да это, я просто смотрю, как будто он едет, и за ним еще кто-то едет. А это у него ятаган на плече лежит, все нормально. Ой, а можешь сюда залезть? А что это за штука такая любопытная? Да ладно, ну что ты, прям напрашивается же. О. Ну то есть чисто теоретически можно... Тут можно упасть? Ай. Хотя не, можно. Чисто теоретически, наверное, его можно заковырять и этими дальними атаками. Чисто в теории. Ай. Улетела птичка. Ого. Там внизу какое-то сборище непонятное. С костяными иглами вообще невнятно. Ну, то вот они, и чё, я их не могу никуда поставить. Никакой реакции, вообще ничего нет. Что-то как будто это может быть не мой девайс. Типа у меня лук и радуйся. Ух ты. А чёрт. Трое, да. Что-то я не заметил, что их так много. Чё-то, честно скажу, пока что я вообще ни хера не понимаю. Как это? А, пардон. Когда я удовольствие от игры начну получать? Какое-то откровенно кривое управление. Непонятные эти, как его, не совсем отсутствие бега. Сколько за тебя дают? 4. Да ладно. За птицу 5 дают, алё. А за этих 4? Серьезно? Хам. Фу, блин. Так, пошли заберем эту. Нашу. Она же здесь где-то валяется, да? Я же не совсем с ума сошел. Ребят, я только цацку заберу и все. Нет, нет, отстань. Ох ты ж, блин, ничего себе. Прикольно, вон она еще как умеет. Тут как-то даже у самых простых противников как-то это многовато, как правильно обозвать-то, многовато возможностей. Типа обычная, казалось бы, летающая хрень, вот тебе и укус, тут тебе и сбоку атака, еще какая-то атака. Здесь вот есть смысл вот эти вот? Да блин, ну что это такое? Ну я сломать ее не хочу пинать, алло, но игра, блин, ой, кто это? Ой. Там какие-то солдаты. Ну, с солдатами мы, кстати, уже того. Воевали.
Так, вот там вот еще одна. Если я говорю троих, они меня, скорее всего, уделывают. Прям вот как бы безо всяких, да? Как неудобно. Пошли к солдатам попробуем. Да. Вот, есть как некто, некий солдат. А он плохой или хороший? Понятно. Он не на моей стороне, судя по всему. Ладно, будем шкериться по кустам. Я его боюсь. Он меня стукнет. Или я его стукну. Чел, ну куда ты уходишь? Ну я же за тобой иду. Ща мы его ударим. Ой, там кто-то сидит, между прочим. Ура! Я хоть кого-то победил! Ей! Ура! Ой, олень. Олень, а ты тоже бяка? Ой, караул. Ни хрена. Да. Мне бы что-нибудь подлиньше, а то тут кинжаль уж больно ближнебойный. Так, а вот там кто? Ну, это, кажется, тоже враг, да? Ну, то есть, даже не кажется тут. Я вот не пойму, вроде сказано, мощная атака в спину, это какой-то там... Ну, это мощная атака в спину, да? Но пока что у меня получается как бы либо мощная атака, либо просто атака. Ну, вот чтобы прям именно мощная... Ну, то есть, знаете, вот как вот там... как с тем чуваком-то при парировании получалось. Потому что это люди или кто, я чуть не пойму. Хз. То есть, просто мощная атака, все. Болт. Вот, кстати, давайте-ка проверим. Ну да, это лук. А какая разница? То есть, как бы... То есть, арбалет это... Нет, ну мало ли. Я в том смысле, что ну а вдруг здесь им подразумевается, типа... Ну, хорош в футбол играть, а. Ну что, ну ударь ты его-то, блин. Господи, боже мой. Вот, пожалуйста. Ой, а кто это? Я вижу какую-то... какую-то... Черепаху? А, да, это черепаха. И что, ее можно бить? Мясо шеи черепахи. Золотистые экскременты. Ну, что ж поделать. Мы никто и звать нас никак будем золотистые экскременты собирать. Да, смотри, кто с черепков что-то постоянно выпадает. Типа руны. А, чё, кто? А. Ах, собака. Да? Где собака? А это кто? А, я пожалею об этом, надо попробовать. Ой! Понял, это типа, как их, господи, улье, блин, как его звать-то, тише, эй, у меня сейчас башка закружится, отстань, уйди, отстань, противный,
можно выбрать, да? Ясно. Это типа... Как правильно-то обозвать эту штуку? Ну да, улей, по сути. Улей. Улей, улей, улей. Ядовитый цветок. Новое. А вот этот злобный пчель. Да, это злобный пчель. Ну, похоже, это пока что мой удел. Шкириться вот так по лесам, по чуть-чуть, потихоньку, полигоньку разбираться. Потому что тут, честно скажу, пока что я ни хрена не понимаю в этом персонаже. О, это... тонкие звериные кости. Немножко странно, что, ну, как бы со всех зверей это выпадает. Ага, еще один солдатик сидит. Ну, слушайте, музыка как бы уже... Музыка этот... Фу, блин, как ее? Он же спиной ко мне? Ладно. Для ты крыса, а? Кузнечный камень. О, пещера. Ух ты. Ой, это же... А, ой, как классно. Ага. Хорошо, а что, давайте-то здесь остановимся. Утраченная благодать, ну. Отдохнуть. До утра, допустим. Да просто так. Какие-то золотые семечки. Давайте скоротать время до утра. Ладно, давайте-то остопоримся. В принципе, пока что, я думаю, я веду себя как вполне себе стандартный новичок, наверное. А тут что? Тут что-то есть или это тупик просто? Ой, там что, волки? Там волки. Ладно, к волкам пойдем в следующий раз. Ну да, а что еще? Ой, блин, ничего не понятно. Ой, ну очень интересно. Вроде бы. Не знаю. Сохранить игру. На главный экран. Ага. Ну мне на рабочий стол, да. Ладно, что, как я уже сказал, на этой абсолютно непонятной ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу. Девушек, чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии Elden Ring. Пока что вообще непонятная хрень. Как-то так.